Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в мир юрского периода. Так, здесь забрали награду. Совершить сделку. Ну, давай посмотрим, что нам здесь предложат по сделкам. Тираннозавра поменять на 2000 ДНК. Такое себе, да? На самом деле. Давай, наверное. Блин, все-таки придется что-то придется делать. Что у нас тут? 22 ДНК тратится на две карточки. Ну, я не знаю. Ну, давай сделаем. Просто из-за того, что нужно какую-то сделку совершить. Только лишь из-за этого. Так, набор карточек. Потратить хавчик. Потратить хавчик. Так, ну тут надо еще подумать, на кого нам потратить еду. Так, если мы посмотрим на наших плавунов, что-нибудь тут есть? А ну-ка глянем. Так, здесь у нас только эволюция. Кстати, давай посмотрим. Тираннозавр-то у нас, как всегда, ребята, не хочет он прокачиваться. Точнее, он хочет, но он так это медленно делает, что даже не знаю, когда он вообще созреет. Давай посмотрим, что у нас по событиям сегодня хотя бы. Монстры биокуполы плюс землетрясение, ну и битва за выживание. Так, монстры биокупола, это что у нас тут? Можете мне показать? Так, ну слушай. Шанс, конечно, 4%, 4, 3, 2, 2%. И пак, шанс 10%. Ну что ж, я думаю, стоит попробовать это событие пройти. Погнали. Так, Мамонт, Фараракас и Эндрюсарх. То есть разные, да, все. Значит, для начала возьмем, наверное, Эриматерия. Против Фараракаса мы возьмем Синтета Церас, а против Эндрюсарха я возьму Эндрикатерия. Поехали. Начнем потихонечку бомбить. Так, ну что, Мамонт, я думаю, надо сразу начинать с удара. Причем ты заметишь, что у нас вот этот вот Эриматерий размером с Мамонта. Может быть, это маленький мамонтенок? О, Фараракас прибежал, прикинь. И атакует еще, а? Еще он атакует. Хорошо, давай посмотрим. Что он будет меняться опять? Нет, он атакует в наглую. Раз, два, три. Давай. Получил свое. Так, Мамонт. А этот Мамонт еще к тому же и первого уровня. Так что, я думаю, никаких проблем у нас не будет с его разбором. Так, Рематерий. Сколько нам нужно? Две атаки, да, нанести по нему. Раз, два. Остальное все в бонусы. Бэмс. Все, Мамонт осел. И Эндрюсарх. 240 у тебя, да? Короче, все, друзья, ему крышка. Потому что у нас Эндрикатерий и к тому же 7 очков действий. Все, переводим в атаку и, соответственно, его уничтожаем. Все. Быстро как-то и легко получилось. Но, опять же, повторю, первый поединок. Двигаемся дальше, смотрим, что нам предоставят дальше. У Эндотерии, Эриматерии и Динотерии. Опять же, все разные. Берем шерстистого носорога. Возьмем, наверное, Келлинкина. И возьмем... Блин. Да не хотелось бы как бы брать Мамонта, но, видимо, придется. Или не придется. Так, так, он тут 21 уровня. Келлинкин. Слушай, думаю, что не придется. Давай вот так вот возьмем Амфициона. И будет нормально у нас все. Так, Винтотерия мы сразу с тобой разобрать не получится. Нужно как минимум две атаки на него, именно нашим шерстистым носорогом. Так что пока потерпим. Скорее всего, он будет меняться. Да, он берет Эриматерия.
Атаковать не стал. Атаковать он не стал. Берем дополнительные очки. Ну и что, будет обратно меняться, да? Нет, он не стал меняться, он решил тут просидеть. Так, проверим. Ладно, давай подумаем, что он дальше. Меняется. Он меняется, берет динотерия. Он берет динотерия. Ну что, нам тогда... А мы вот так вот сделаем. Сможем? Сможем, должны смочь. Готов. Так. Винтотерий. Все, ему тоже, ребята, кранты, потому что шерстистый носорог сейчас его просто раз, два, три, и вот так вот. Ага, он решил все-таки на эриматерия перекинуть. Да? Одну очку действий. Окей. Что ему нужно сделать? Три атаки. А, он тратит четыре, потому что он не знал, что у меня здесь на допочке стоит. Короче, крышкой. Керингтон просто его сейчас уничтожит. И это у нас получается второй поединок тоже пройден. Остается последний. Давай глянем. Фараракс Мастодонт. Ёк-макарёк. Так, значит, делаем следующим образом. Мамонт. Паноктус и Уртинотериум. Давай посмотрим мастодонта. Чем он, интересно, отличается от мамонта? Меня вот такой вопрос интересует. На тебе, Фараракас. Вот представь просто логически. Мамонт. Тяжелая такая, скажем так, машина, да? Толстокожая. Против какого-то птенчика, Фараракаса. Против страуса. Ну это смешно же. Так, гигантофию позвал. Как знать, друзья мои, что мы тут можем. Бомбанем, наверное, разочка два. Все, ему крышка. А вот сейчас мы и посмотрим. Да он практически ничем не отличается от мамонта. Вообще ничем. Он даже больше похож на динотерия, только волосатый. Но бомбит он нормально. Так, ну что, раз, два, три. Вырубаем его. Тыч. Так что мастодонт, ребят, вообще ни о чем. Ну че ты, Фараракас? Пора тебя, наверное, захомутать. Все, друзья. Событие пройдено, причем без особых проблем. Я бы не сказал, что что-то думал. Колесо призов. Да ладно. Дибратодон, ребята. Легендарная карта. Но неужели везуха вернулась ко мне? Так, у нас с тобой события землетрясения еще тут есть. Ну-ка, глянем, что тут за награды. Рамфоринг. А что у нас вот здесь? А здесь редкость, да? Ладно, давай попробуем пройти. А, тут только амфибии. Блин, только амфибии, ну... Что делать-то? Как тут лучше... Ну, давай я возьму вот этого диплотатора. Фу, надо как-то, ребята, концентрироваться. Будем пытаться. Потом, наверное, будет два, да? Если сейчас ему... Раз, два. Раз, два. Раз. По-моему, ему кранты, друзья. Да? Его песенка на сегодня спета. Отлично. Первый поединок прошел довольно удачно.
переходим на второй. Так, это забираем все. Так, две амфибии, да, показывает. Значит, что тут взять? Капразуха и... И диплотатора. Или вот так вот взять. Блин, кого тут лучше? 20 уровень, ты понимаешь, что и то было напряжно. Ладно, придется, наверное, так вот делать. Да, не очень, конечно, хорошая ситуация, но выбора нет. Ё-моё, 79 атаки. Он меня с двух плюшек, в принципе, сможет уничтожить. А вот я его заколебаюсь, ребят, бомбить. Он все сливает. Так, ну что, наш момент истины. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Попробуем так. Пеликанептерикс, 260 к атаке. Все, и тут наша победа, ребят. Хорошо, это был второй поединок. Ну а дальше-то что? А дальше-то, ну как быть, у нас там... Ну, дагозавр только остается. Их, по-моему, будет три сейчас, насколько я понимаю, да? Три. Три амфибии, три птерозавра. Ну, дагозавр... Даже не так, наверное, сделаем. Так, так и вот так. Ох, жесть, надо было, наверное, все-таки нам вернуть диплотатора. Да, это вот, смотри, 11, 12, 4 уровень. В общем, как обычно, начинаем накапливать. Сколько у меня? 74. Так, у него тречка 10, он все, ребят, сливает. Полностью все слил. Так, ну что, попробуем. Так, этого валим. Тропиогоптер. Хм, он ничего не стал делать. Пять. Пять очков действий. Так, 5 очков действий. Ну, давай попробую все-таки, ребята, я его забомбашить. Так вот сделаю. Отлично. Так, и остается пеликанептерикс. 270 к атаке. О-о-о. Ну и до свидания, парень. До свидания, всего хорошего. Давай, нондагозавр. Вали его. Ну что, ребята, еще одно событие мы прошли с вами. Довольно неплохо. Остается только лишь забрать награду. Так, ДНК, 100 долларов. Еда и сам Рамфоринг. Плюс 260 очков доверий. Так, и у нас остается еда. Битва за хавчик. Обязательно нужно пройти, ребята, битву за хавчик, потому что... Потому что мне нужна еда. Еды нужно много. Так, ну что, я, наверное, думаю, возьмем здесь Лимнасцелиса и... Бонитозавр. Наверное, как-то так. Ну что, я, наверное, сразу бомбану. Что, он будет меняется на диплокаулуса?
Да ради бога. Проверим. Ну вот, вот он и раскололся практически, друзья. Ну что у него там? Если он сейчас будет бомбить, бомбит. Одну очку действия он себе оставляет. То есть сейчас мы его... Раз, два, три. Четыре. Ай-яй-яй, все-таки он на майонгозавра оставил одну очку действия. То есть получается сейчас у него будет 4. Ну а так это, ты посмотри, какая смешная. У нас классовое преимущество, так что... Блин. Блинский. Ладно, давим. Надеюсь, раздавим. Ну да, тут у нас все хорошо получилось. То есть эту схватку мы выиграли. Давай двигаться дальше, смотрим. Так, Ютараптор против Колоборинха. Ну, я думаю, здесь можно взять вот так и... И вот так. Тут вообще будет на изи разбор. Так, а у него, кстати, 99. Ё-моё. Давай я так сделаю. Интересно, рискнет он атаковать? Сколько ты у меня бомбишь? 94. Не особо-то и много. Ага. Ну-ка проверим. Что-то мне не нравится это все дело. Попробую пробить его. Да, получается у меня пробить. Выходит Колоборинг. 5 очков действий. Сливает 3. 2 оставляет себе на прозапас. А вот теперь пускай попробуют ребята пробить меня. Вообще-то мы его уничтожим. Даже если бы он взял 2 защиты, мы бы все равно его уничтожили. Потому что 2 удара ему по щам бы пришлось. Так, и последний поединок. Ну, тут вообще, ребят, не обсуждается. Пеликанептерикс наш, у которого 349 атаки. Он просто сейчас Гатсу с одного удара вынесет. Ну, а там остается майонгозавр, который вообще ни о чем. Даже несмотря на то, что он 40 уровня, он вообще, ребят, ни о чем. Один из подписчиков предложил мне свой аккаунт. Говорил: Рэй, возьми аккаунт, поиграй на нем. Ну, ребят, я не знаю, честно говоря, для чего это делать. У меня как бы есть свой аккаунт, я прокачу. Да, ребят, я не спорю, может быть, у него там все много чего есть, но мне как бы интересно все получить самому. Так, ну что, вот и еда, ребята, у нас 5500. Ой, 5500. 5,5 миллионов еды, это неплохое начало, но я тебе скажу, что все равно этого мало. Еды нужно больше, больше еды. Так, ну что у нас тут? Пойдем, наверное, сюда сходим, если, конечно, успеем пройти и сможем. Капразух, Метриолонг, Тираннозавр. Такая солидная команда. Против Капразуха я сразу возьму Эдиоморфодона. Против Метриолонга. У меня есть тут? Блин, маловато амфибий, да? О, я бы сказал, даже вообще нету. Ладно, возьмем Таниколагрюса. И против Тираннозавра я возьму Карнораптора. Все это делаю ради, ребята, ну, во-первых, ради награды, а во-вторых, нам дадут очень много очков доверия. Как бы оно стоит того. Ну что, сразу же Эдиоморфодон начинает бомбить Капразуха. Половину здоровья сразу вырубили. С одной плюшки. Меняется. Ох, какой жук. Но это его вряд ли, ребят, спасет, если честно. Давай-ка сделаем 2 атаки. 65 хп ему оставили всего лишь. Ну, сейчас он добьет, конечно, нас. Давай так сделаем. Метриолонг.
не пробьет. Не-не-не-не, парень, забудь об этом. Так, поехали в ответку. Раз, два, три. Раз, два. Хлоп. Ну и остается Капразух. Все, ему крышка, ребят. Он тем более не сливает здесь все. Карнораптор наш сейчас его вырубит. Ну что, отлично. Отлично, идем, первый поединок опять отыграли нормально. Двигаемся на следующий. Здесь у нас Крутозавр, Трапиогоптер и Нундагозавр. Значит так, здесь можно взять сразу же Эдиоморфодона, его одного за глаза. Плюс взять можно Анкилодока. Ну и для подстраховки можно, например, взять Уэрхозавра. Тут уже, в принципе, ребят, не актуально, да? Что-то там выдумывать. Жалко, конечно, что нам чуть-чуть не хватит его подбить. Буквально 5 очков урона. Ну вот что он сейчас будет делать? Вот скажи мне. Ты посмотри, сколько у нас ХП. Ага. Ты думаешь, тебе блок поможет? Проверим. Окей, вырубили. Значит, он все-таки на Трапиогоптера скинул очки. Но тут... Ну тут, да, есть резон, ребята. 472 к атаке. Но... Смотри, что я сейчас делаю. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Поехали. На тебе. Четыреста. Ну и все. И тебе, парень, тоже край пришел. Не поможет тебе твоя защита. Второй поединок тоже отлично разрулили. Ну что, переходим на последний, третий. Крутозавр, тиранозавр и спинораптор. Птеродактиль, раджастега, тапиелозавр. Что я еще могу здесь заказать себе? Опять этот крутозавр, блин, выживает, а? Смотри. Чуть-чуть. Вот был бы у нас птеродактиль 30 уровня, это вот крутозавра здесь бы вообще уже не было. Опять меняется. Берет спинораптора. 100% он взял здесь защиту. 100% тебе говорю. А вдруг не взял? Блин, а вдруг не взял? Давай я вот так сделаю. И вот так. Ты гляди, обманул меня все-таки, а? Обманул, жучара. Ну ладно, жук ты этакий. Раз, два. Раз, два, раз, два. Так, тиранозавр. Ну для нас тиранозавр как это, как кукла. Что он нам сделает? Ну отнимет, конечно, много здоровья, но... Не вырубит. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ну и все. Иди сюда, крутозавр. Ну понятно, тут вырубит. А птеродактиль-то? А птеродактиль-то? Ты про него-то забыл, да, браток? Ну так я тебе напомню, что у меня птерозавр есть. Вот так, ребята, еще одно событие пройдено. То есть, получается, все события, которые сегодня были, мы прошли. Топежара и очки доверий. Сколько? 260. Оно того стоило, поверь. Мы потратили 30, получили 230. Гиросфера, да, гиросфера. Круто, но...
Я думаю, что, ребята, оно не стоит столько денег, $250. Еще не факт, что ты выиграешь. Так, 6 часов 43 минуты. Это, видимо, уже ночью созреет. Так, тут 4 дня, 16 часов, 16 часов. Кстати, я сегодня получил... Сегодня как бы неделя кончилась, да? Новых динозавров для выводка. Зачем я это сделал? Скажи мне, я не хотел... Я не хотел, ребята, этого делать. Твою налево. Ну что, давай, помещай. Опа, значок собран. Так, микропозавр. Так вот, я... С кем он, кстати, гибрид становится? Астафрикозавром это становится астапозавр. Так вот, что я говорю. Появились у меня новые, ребята. Кстати, нам же, по-моему, по этому нужно ускориться, да? Сейчас проверим. Да, если плюс ускорение, давай ускорение сделаем сейчас по бринкам здесь. Завершим. И покажу. Мне аж прям два выпало. Дублем. Так, этого тоже завершаем. И ставим свеженького, новенького динозавра. Смотри. Сейчас где-то здесь они должны быть. Сейчас. Вот. Подожди, не шунозавр. Вот. Кейвикея. Прям вдвоем они мне выпали. Две карточки сразу же. Нормально? Это у нас, ну я так понимаю... Да, это у нас водные. Блин, офигеть, у меня водные. Животные даже выпали. Я даже не знаю, я растерялся, кого вводить. Давай, наверное, шунозавр или... Или Кейвакея. Давай по порядку. Шунозавр, сколько он будет выводиться? 2 дня 9 часов, блин. Дорого, что как... Не то, что дорого, а долго выводится. Так, здесь мы с тобой забираем награду. Так, еду потратить и... ПВП нужно еще сделать. Кстати, еще значок. Кто-то говорит, забери. А, ну, да, ребята, вы правы. Джаггернаут. Готов к открытию. Вау. Открыт новый босс. Этот босс готов оказаться в вашем парке. Фига себе. А куда мне его поставить? Так-с. Да куда ты? Я не уверен, ребят, что у меня здесь поместится это все. Понимаешь? Трындец просто. Ну вот куда мне вот этого поставить? Хорошо, здесь влепим. А вот это вот куда? Здесь тоже, да, помещается? Мне кажется, он сюда не влезет. Я, конечно, сейчас попробую тут все это как-то утрамбовать. Да фиг ты тут утрамбуешь. Так, остров Сорно еще остается у нас. А тут тоже нету места. Так, ладно, давай попробуем, посмотрим. Это где он у нас находится сейчас? На рынке, наверное, да? Блин.
Где у нас находится наш вот этот вот динозавр? Так, наверное, вот здесь вот, скорее всего. Хотя я не уверен. Так, здесь забираем награды. Блин, трындец, куда этот-то у меня делся? Блин, еще это заклинило там что-то. Он должен быть где-то здесь. Ну ведь где-то же должен же быть. Все существа, гибриды. Так, босса, наверное, да? Гроты, гибриды. Так, все существа в коллекции. Пипец, открыл, блин, джаггернаута. И куда мы его дели? Блин, аж по ушам бьет вот эта фигня, которая там. Юрский водоплавающий. Так, все существа в коллекции. Поверхность, риф, саванна. По идее, это должны быть боссы. Блин, ребят, у меня уже башка болит, дайте я перезайду. Так, друзья, в общем, я не знаю, куда он делся у меня. Я уже везде поискал, везде посмотрел. Его нигде нету. Нигде нету, не могу найти джаггернаута. Может быть, вы мне подскажете, куда он делся. Я уже тут все просмотрел, все эти менюшки. И там, и сям, и в этом поиске. Вообще не знаю, куда он делся. Просто без понятия. Где он? Все, нашел, да, ребят, нашел сам. Единственное, что помогло. Так, ну что, ставим. Фью, и сколько же ты стоишь по прокачке-то, парень? Ну, вначале-то понятно, что ты стоишь не очень дорого. Так, и знаешь что я буду? Я, ребята, буду копить теперь 9000 вот этих вот супер ДНК, ну, для того, чтобы теперь еще открыть нам F2. Это у нас будет... Это они где у нас открываются? Твою налево, опять забыл. Короче, там будет у нас птеродактиль. Одним словом. Там будет у нас птеродактиль. И четвертый это будет саламандра. Птеродактиль стоит 9000 вот этих вот желтых супер ДНК. Вот этих вот. Ну, вот, вот эти вот. А вот, ребята, за 9000 босс ДНК Валькирия. Ну и саламандра еще, которые вот 16. Нужно диплотатор уровня 31 и выше, а нужны их теостеги уровня 31 и выше. И завести, естественно, трех боссов. Для Валькирии, как ты видишь, особых заданий нет. Но 9000 ДНК придется копить. Так, ну что, давай доделаем быстренько с тобой ежедневки. Нам нужно потратить еду на прокачку. И мы поставили сюда. Так, секундочку. Да, здесь еще назавр. Так, смотрим, кто у нас тут готов прокачаться. Кстати, у нас животных, по-моему, там, да, приличное количество, которые могут и хотят прокачаться. Вот, например, индрикотерий. Да и рематерий, по-моему, тоже, да, нет, кажется. Ну, да. Но этого не хватило, так что давай... А, у нас олень еще, ё-моё, про оленя уже говорили, точно, ребят.
чтобы его прокачал. Так, забираем. Ну что, и пойдем теперь ПВП-ху драться. Ну что, канозойку у нас уже не получится, да? Потому что мы тут потратились. Тогда давай, наверное, вот. Можно на водной подраться. Тилозавр, ромалиозавр и Зуходус. Поехали, попробуем здесь немножечко разобраться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы чё там? Выдали мне опять. Ты посмотри. Фига себе. Гинны Куприон. Блин, тут, наверное, да он нас раздавит. Он нас просто... Ой, с одной плюшки, ребят, раздавит. Я уже молчу про две. Да, конечно, сейчас будет бомбить. Ромалиозавр. Сразу, ребята, видишь, одной плюшки. Бамс. Нет, тут бесполезно. Тут бесполезно, ребят. Неудачно, я так сказать, зашел. Ну, я и выбрал не самых мощных, на самом деле. Амфибий. У меня там есть помощнее, но... Раз, два. Три. Раз, раз. Даже здесь, да, не получилось, блин, пробить. Пожадничал я. Ну, он сейчас добьет. Три атаки, скорее всего, сделает. Ну, не три, но одну все равно, ребята. Все это плохо. Раз, два, раз, два, раз. Тут еще докозавр и плюс мегалодон. Ну давай, там что ты елозишь-то. Четыре атаки сейчас делает, да? Не стал. Раз, два. Три, раз, два. Проверим. Ну, мегалодон нас, скорее всего, сейчас забомбит. Да, ребята? У него 6 очков действий. Он сейчас все 6 очков действий потратит на атаку и нас бомбанет. Ну что ж, не повезло, что я могу сказать. Надо было помощнее брать с собой динозавриков. Ну, мне нужно, видишь, было с кого-то начинать. Поэтому я взял слабеньких. А сейчас, конечно, пойдет тяжелая артиллерия у нас. Что еще такое? Что это за глюки такие? Раз, два, три. Вот сейчас будет уже совсем другой, ребят, разговор. Совсем другой разговор. Должны порвать. Должны мы здесь победить. Но это не точно. Мой ход. Ну и кто у нас там? Окей, давай проверим. Плезиозавр. 38 уровень. Я офигею, ребят. Интересно, будет сейчас меняться, нет? Нет, он решил меня бомбануть. Раз, два, три. Бомбанем тоже в ответ. Так. Леосихтодон. Ух. Сейчас размажет меня. Да, Генодос, ну, бывает такое чушь.
сделать? Ну, я, наверное, все-таки сделаю вот так. И вот так. Твою дивизию, ребята. И здесь, по-моему, фейл. Ты посмотри, у него 5. Что-то я просчитался. Я думал, что он возьмет защиту. А он взял все и... Ёк-мака... Ну, тут-то понятно. Тут вообще, ребят, нам кранты. Не потянул. Не справился я, к сожалению. Раз, два, три, четыре. Да нет, тут бесполезно. Ребят, тут бесполезно даже драться. Гибрид. Вот у меня, кстати, из плавающих ни одного гибрида нету. Как ни странно. Вот что он сейчас сделал? Я не знаю, ребят, что он там сделал. Что он там взял, подобрал. Давай вот так попробуем. 6. Ох, сейчас влупит, да? Ой, ребята, сейчас кранты нам. Да ладно, ты серьезно? Тогда все. Победа за нами, ребята. Ну вот не ожидал, если честно. Вообще не ожидал. Но получилось красиво, согласись. Я уже думал, все, ребята, свалились. Ну видишь, получилось все как получилось. Так, 15 тысяч монет нам дают. И еще разочек крутанем. Опа, $250. Вот это я понимаю, ребят, награда. Вот это круто. То есть я могу даже заказать кого-то на гибрид. Тьфу ты, на гибрид. Выводить с кого-то. Блин, нам же еще нужно одно ПВП-сражение. Что-то я... Так, еще одно ПВП-сражение. Ну ладно, давай, погнали. Слушай, а что случилось? Посмотри, что-то тут... Что-то как-то... Так, так, возьмем. И вот так. А, тут же еще и моды. Возьмем такой мод, такой. И, например... А у меня больше ни модов-то нет нормальных. Давай вот так вот. Это уже, ребята... Такая отсебятинка, скажем так. Потому что, ну, не знаю, кого еще тут брать. Ой-ой-ой. Там и шипы. Там что-то не нахапало, а. Кровожадность еще и взял. Ну что, сразу меняем, получается, да? Так, 2 очка действия. Хорошо, у нас с тобой щит здесь стоит. Но он атаку сделает, 100% говорю. Ему же нужно щит сбить с меня, да? А, он 2 атаки делает. Сработает же, 50%. Yeah. 500, блин, не хватит, совсем чуть-чуть. Ладно, бомбим. Сейчас, конечно, он шатает нас. Я просто сравниваю, там, конечно, очень жестко дальше пойдет. Угу. Раз, два, погнали. Так, смотрим сейчас на стегоцератопса. У него 1738 здоровья. Блин, мне по идее апатозавр-то здесь
Невыгодно совсем держать. Опять все сливает, у нас щит срабатывает, точная кожа. Хорошо, звезданул. 203 к атаке. Раз, два, три, получается так. Ну а что еще делать, друзья, я не знаю. Вот что пришло в голову, то и сделал. 270 плюс 270. У него 708 хп, блин, но этот апатозавр вряд ли сможет его пробить. Угу. Вряд ли, не хватит нам. Единственное, что у нас там. На это рассчитывать. Ну, попробуем. Ой, тихо. Прикинь бы, мне так было бы мало здоровья. И ничья была бы, наверное, да? Ну, красавчик апатозавр, ты справился с этой задачей. Удачи все-таки. Так, усиленное колесо. Оп, диметродон. Так, теперь я забираю все свои награды. Еще 40 долларов и 420 ДНК. 130 очков доверий. 260 в общем количестве. Ну что, друзья. Не знаю, что с игрой случилось. Что-то все как-то это... Круто сегодня поиграли, джиггернаута открыли. В общем, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.